Яркий тематический спектакль «Чиполлино» стал приятным сюрпризом для всех приглашенных семей из трех округов – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский. Такой подарок жителям преподнес глава округа Андрей Булгаков. Спектакль, который мы сегодня для вас организовали, проходит в рамках года семьи. Мы очень рады вас всех сегодня видеть. Вы ведь действительно большая семья. Фрязино, Лосинки, Щелково. Я знаю, что семьи здесь присутствуют из этих трех городов. Сказочные персонажи явно пришлись по душе всем зрителям. И, несомненно, для самых маленьких эта история запомнится надолго. Ну а взрослые смогли вновь вспомнить любимых героев и оценить актуальность постановки. Лилия Тимиева, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.